Через пару месяцев на канале ТНТ стартует новое шоу с участием Тимура Батрутдинова и Ольги Бузовой. Давние коллеги будут помогать друг другу искать пару. Если ничего не получится, им предстоит пожениться. Ранее 41-летний Тимур уже принимал участие в проекте «Холостяк», но отношения с его победительницей у него не сложились. Батрутдинов много лет неразрывно связан с Comedy Club, успешно выступал в дуэте с Гариком Харламовым. Также друзья делали свое шоу. Тимур считает, что если постоянно придумывать новые шутки на бытовые и социальные темы, то эра Comedy Club не закончится. Когда нам всем станет неинтересно заново поднимать Comedy Club, неинтересно шутить, неинтересно делать это в коллективе, когда все начнут в сольные плавания уходить, тогда он закончится. А пока смотрите и радуйтесь. Мы будем шутить для вас. Смешно вам это или нет, поделился Тимур в интервью Насте Ивлеевой. За годы работы на телевидении у Тимура образовалась армия поклонниц, но жену он себе так и не нашел. Многие считают, что у него слишком много требований к девушкам. Ивлеева решила выяснить у Батрутдинова, какие представительницы прекрасного пола в его вкусе. Ведущая создала аналог популярной программы для знакомств. Тимур сказал, что ему нравятся разные типажи, а также признался в том, что всегда боится задеть девушку. «Я очень боюсь обидеть девушку. Это моя главная проблема. Иногда это оборачивается мне во вред. В моей жизни много было таких встреч из жалости. И секс из жалости был, да. Я люблю экзотику. Если честно, я женский гурман, но напробовался уже, со стажем. Честно говоря, мне кажется, меня избаловали женским вниманием», — признался Тимур. Тимур Батрутдинов, фото, Инстаграм. Выбирая девушек в передаче Насти, Тимур обращал внимание на внешность. Ему приглянулись кандидатки с пышным бюстом и красивой улыбкой. Но в итоге Батрутдинов решил пригласить в кафе Юлю Коваль. Девушка, являющаяся коллегой Ивлеевой по шоу, была крайне удивлена, что шоумен выбрал ее, ведь у нее нет выдающихся форм. В беседе с ведущей Тимур признался, что старается держать себя в форме, чтобы нравиться девушкам, но сейчас немного расслабился. «Когда я в форме, у меня кубики есть. Но вообще, как девушки обычно отвечают, самая сексуальная часть мужского тела – это мозг», — заявил шоумен. Класс пост 661 097 подписчиков.